Всем привет. Предпоследняя лекция. Сегодня мы рассмотрим тему, которая хорошо дополняет асинхронно-событийное программирование и AnyEvent. Тема эта расширяет тематикой кооперативной многозадачности. Не забываем отмечаться. И как нельзя кстати, то, что мы сегодня рассматриваем, в очередной раз подчеркивает тот самый девиз Team Toady. То есть можно писать на AnyEvent с колбэками, мы рассмотрим, как можно писать еще. Что мы сегодня будем рассматривать? Здесь, ну, в общем, просто список того, что мы будем сегодня рассматривать. Не будем его перечислять. Итак, с чего начнем? Вот мы знаем событийный цикл, как он работает. У нас где-то есть какая-то функция, которая следит там, за файловыми дескрипторами, таймерами, всем вот этим. Иногда происходит изменение состояния, либо появляется какой-нибудь ввод-вывод, становится возможным, либо какой-либо таймер, либо еще что-то. Мы вызываем callback, внутри этого callback'а мы ставим хендлер на очередное действие и выходим из этой функции. Поэтому, когда мы доходим до какого-нибудь третьего шага, у нас нет, несмотря на то, что он происходил в контексте какого-то действия, то есть вот возьмем стандартную такую вот колбэчную так называемую лапшу. Мы находимся в одном колбэке, в нем вызываем другой, третий, четвертый. Это выглядит как нормальный рекурсивный вызов. И, казалось бы, в стеке функций doAnother, для примера, должны быть все остальные, но их там не будет. Каждая из них вызывается, начиная от событийного цикла. То есть оно выглядит все, как будто запускалось одно в другом, но на самом деле контекста этого не видно, если посмотреть backtrace. Ну и во-вторых, так писать малость неудобно. Про это вы уже должны были прочувствовать. Формально этот код спокойно линеаризуется. Если эта последовательность одна, вот нам нужно просто выполнить, завочить какой-то дескриптор, что-нибудь там подождать, записать, прочитать. Какая-то последовательность действий. Линейная, обычная, нормальная, синхронная. При этом внутри каждого действия, как мы уже говорили, у нас присутствует какое-то ожидание. То есть мы планируем что-то, и нашей программе нечего делать. Она спит просто так. Мы могли бы плюс-минус такую же программу выполнять вот с небольшим сдвигом по времени. Пока одна работает, другая, точнее, пока одна спит, работает другая, делает свои какие-то действия. AnyEvent или EV дают нам это функционально, но как бы нам получить это не только функционально, но и синтаксически, для того, чтобы писать вот этот хороший, понятный, простой линейный код. Нам нужно решить проблему взаимодействия событийного цикла, который дает нам возможность кооперативно взаимодействовать нескольким программам, и вот этой функции ожидания чего-нибудь, ожидания ввода-вывода или ожидания таймеров. Что должно происходить? Вот у нас есть наш какой-то event loop, в какой-то момент он вызвал какую-то нашу функцию. Функция пытается сделать блокирующий вызов. Ей нужно дождаться ввода-вывода на некотором файловом дескрипторе. Она вызывает функцию, допустим, eOwait на этом файловом дескрипторе. И вот эта функция должна сделать некоторую, назовем это пока, магию. Она должна вот все запомнить, связанное с этим вызовом, с файловым дескриптором и так далее, и отдать это все в event loop. Event loop должен какое-то время поработать, то есть мы должны уйти обратно в event loop. И когда на файловом дескрипторе можно выполнять действия, он должен это определить и должен вернуть управление той функцией, которая просила подождать. Таким образом, наша функция в какой-то момент останавливается, скажем так, усыпает, у нее отбирается управление. Управление отдается event loop, event loop работает, и когда нужно, он возвращает его обратно. Если бы такая функция существовала, мы могли бы писать такие вот параллельные функции, которые выглядят синхронно. То есть мы просто говорим, мне нужен результат eOwait на таком файловом дескрипторе. А во время вызова eOwait он будет усыпать и отдавать управление событийному циклу. Давайте мы сейчас немного уточним терминологию для того, чтобы дальше более корректно ею оперировать. Значит,
Когда мы говорим про некоторое параллельное выполнение, мы можем столкнуться с терминами thread, нить, поток, рутина, fiber и вот все вот это. Значит, thread — это примитив операционной системы, который позволяет выполнять набор инструкций, набор команд на разных процессорах. То есть, ну, один thread может исполняться на одном процессоре, но если у вас у одной программы два треда, и в вашей системе есть два процессора, то эти два треда могут исполняться параллельно. Для тредов у нас предусмотрена вытесняющая многозадачность. Это значит, что если у вас есть один процессор и, например, три треда, они будут между собой конкурировать. Они не будут добровольно отдавать свое время в пользу других. Они будут стремиться отобрать как можно больше времени у процессора для себя. То есть ваша одна программа, породив три треда, устраивает, можно сказать, между ними конкуренцию за некоторые ресурсы. Но зато оно позволяет работать в параллель на нескольких ядрах. Значит, ну, из особенностей, да, треды обязательно работают, то есть они могут работать параллельно. Поэтому для взаимодействия между ними, для оперирования с какими-то ресурсами, также применяются еще различные межтредовые взаимодействия, блокировки, мьюзексы и тому подобные штуки. В отличие от тредов, существует такое понятие, как fiber или корутина. Это легковесный тред. Вот по определению это легковесный тред. Еще его могут называть зеленым тредом. В общем, терминология очень сильно плавает. Но основной отличительной чертой этой сущности является, что она работает в кооперативной многозадачности. Это значит, что тред зеленый, который fiber, который корутина, он не пытается работать в максимальном потреблении ресурсов. Он стремится добровольно отдавать время, то есть исполниться какое-то время и отдать управление кому-то другому. Таким образом, мы получаем, что треды между собой конкурируют, а файберы друг с другом взаимодействуют. Они добровольно отдают время другим файберам, когда тем нужно исполняться и работать. Еще из особенностей программирования на файберах или корутинах есть их довольно-таки важное свойство. Они не исполняются параллельно. В один момент времени в одном процессе может исполняться какой-то один файбер. Это удобно. Если в случае тредов вы берете переменную, вот у вас работает тред, он берет переменную, собирается с ней что-то сделать, сходить в сеть, вернуться, еще что-то сделать. Пока он работает, может прийти другой тред, эту переменную поменять, что-то еще сделать, вам нужно обязательно озаботиться безопасностью ваших переменных. В случае файберов вам этого делать не нужно. Если исполняется какой-то конкретный файбер, это значит, что никакой другой файбер сейчас не исполняется. Гарантии очень простые. Значит, слово корутина происходит, собственно, от, скажем, слова сабрутина или просто рутина с приставкой ко, обозначающей кооперативную многозадачность. Значит, что нужно знать? Поскольку мы рассматривали в рамках курса различные подходы, языки, значит, на почти самом низком уровне у нас находится язык C. В языке C есть примитивы, позволяющие реализовывать корутины. Есть очень простой и довольно старый, простая пара вызовов setGMP и longGMP. Она вам позволяет сгенерировать стек, сохранить его, прыгнуть на другой и потом оттуда, например, вернуться. И есть более стандартизированный под Unix набор функций setContext, getContext, makeContext и swapContext. Вот если вы будете писать на C, и вам захочется написать свои корутины, вот вам смотреть сюда. Ну, на втором месте мы рассматриваем Perl сейчас, поэтому в Perl мы будем рассматривать библиотеку Cora. Далее о ней будет много. Если вам доведется столкнуться с другими языками, и вам станет интересно, а есть ли там что-то такое, да, такое есть практически в любом языке,
Вам просто нужно знать правильные ключевые слова. Это могут быть async await. Просто открываете тот язык, в котором есть async await, смотрите, я думаю, зная, как работают файберы или корутины, вы поймете, что это оно и есть. Может встречаться в чистом виде термин корутина или файбер. Также есть добровольная отдача управления, например, в питоне при помощи вызова yield можно реализовать кооперативную многозадачность. Но мы больше про Perl, поэтому перейдем к тому, как это сделано в Perl'е. В самом Perl'е этого изначально сделано не было. Существует модуль расширения Core, который позволяет сделать одну важную вещь. Он позволяет создавать некий отдельный асинхронный блок со своим собственным стеком. И он позволяет между этими блоками, то бишь корутинами, переключаться. Переключаться добровольно при помощи специального ключевого слова. Значит, вот этот код, давайте рассмотрим, как он будет работать. Здесь есть всего два новых ключевых слова – async и seed. С английского seed обозначает «уступить». То есть конкретный какой-то thread говорит, что… Я буду иногда говорить слово thread, когда я здесь… То есть все, про thread мы закончили. Да, давайте про… Треды, нетреды и прочее, и про библиотеку Core. Некоторые отступления. Значит, я могу даже вернуть обратно на вот это. Значит, где имеет смысл пользоваться тредами? Ну, если правда, то нигде, потому что это очень сложно, и вы, скорее всего, что-то делаете не так, если вам понадобились треды. Вот если вы не рисуете интерфейсы и вам нужны треды, наверное, вы что-то делаете не так. Значит, но тем не менее, если треды хочется использовать, это должен быть язык с нормальным доступом, с прямым к atomic типам. То есть к тем типам, которыми оперирует непосредственно процессор. Это языки там C, C++, Java, например, какая-нибудь, либо языки, в которых это так или иначе было реализовано. То есть язык может быть плюс-минус динамический, но при этом он очень приближен к машинному. То есть, скорее всего, это будут языки компилируемые. С языками скриптовыми все обстоит намного сложнее. В скриптовых языках вокруг любого типа, то есть вот, вокруг любых переменных, обязательно существует большая или не очень большая структура. Вы в Perl'е создаете число. На самом деле это число, это структура, в которой есть какие-то свои поля, и работать с ней атомарно с точки зрения машины невозможно. Поэтому, когда вы попытаетесь использовать треды в Perl'е есть настоящие треды. То есть вы можете создать два реальных конкурирующих потока, но у вас не будет atomic типов, поэтому любое взаимодействие с структурами вам придется обкладывать мьютексами. Тем самым вы обеспечите себе глобальную блокировку. У вас с чем-то сможет работать в один момент времени только один тред, все остальные будут ждать. В языке Python, например, тоже создаются треды, но там существует проблема, которая называется Global Interpreter Lock. То есть, когда что-то нужно сделать, весь интерпретатор блокируется для того, чтобы это сделать, потом управление отдается тредам обратно. Таким образом, в скриптовых языках использование тредов, оно крайне нежелательно, неудобно, и лучше уходить в сторону кооперативной многозадачности. Значит, еще вы можете столкнуться, если вы решите поизучать язык Go, вы можете столкнуться с термином горутина. Здесь есть определенная игра слов, оно звучит как корутина почти, отчасти оно могло бы являться корутиной, то есть в чем-то оно повторяет свойства корутин. Но в то же время горутины исполняются на нескольких ядрах.
То есть там существует многотредовая среда, где в каждом треде работает кооперативная многозадачность. Но при этом две разных горутины могут исполняться на разных ядрах. Поэтому у них все-таки многозадачность вытесняющая. Поэтому будьте, скажем так, внимательны и аккуратны. Пойдем дальше. Значит, Кора. Про Кора сам автор пишет следующее утверждение. Оно очень пафосное, с ним можно поспорить. The only real threads in Perl. Вот все то, что я говорил про треды, что треды в Перле использовать не надо. Ну, кстати, не только в Перле, в Питоне их тоже использовать не надо, и в JavaScript их использовать не надо, и вообще в скриптовых языках треды использовать не надо. Но можно стать категоричным и сказать, что кооперативная задачность — единственная реальная многозадачность в скриптовом языке, как сделал автор этой библиотеки. Давайте теперь рассмотрим, как вот это работает. Вот мы добавили два ключевых слова. Мы создали какой-то блок внутри асинка, и мы там написали еще какого-то кода. Значит, когда мы вызываем async и отдаем ему блок, тело этого блока — это, по сути, функция. Ну, как вы можете знать, async с фигурными скобками сделан через прототип, и это просто функция, которая отдается туда. Вызов async создает корутину, но не вызывает ее. Он просто ее создал на потом. Далее у нас вызывается наш стандартный say. Main thread, который основной поток исполнения, он тоже по-своему является основной корутиной. Вот в ней что-то вызывается, и вот там вверху я сделал такую маленькую типа консольку, которая выводит результат этой программы. Вызывается say1, он выводит эту единичку. Что происходит дальше? Дальше мы вызываем seed. Seed смотрит, какие корутины еще есть в программе, и отдает им управление. У нас есть еще одна корутина, которую мы только недавно создали, и мы отдаем ей управление. И вызов say2 уже вызывается внутри нее. Из main-треда мы ушли. То есть мы выводим say2, видим двоечку, и вызываем seed, который возвращает нас в первый тред, в main-тред. В нем вызывается say3, дальше выполняется seed обратно, и в конце концов, то есть после выполнения последнего стейтмента, наша корутина доходит до конца. Когда она доходит до конца, она ретурнится и завершает свою работу. Она больше не нужна, все, этот псевдотред закончил свою работу. Это эквивалентно тому, что мы из него тоже вызвали seed, он должен отдать кому-то управление. Он отдает управление main-треду. Таким образом, мы написали код, который исполняется в псевдопараллельном режиме. То есть одна часть исполняется в одном блоке, другая в другом. При этом у нас сохраняется некий контекст исполнения. То есть у нас есть некоторый линейный код с последовательным исполнением и переключение между этим кодом. Визуально и логически это выглядит именно как треды, как параллельное исполнение в двух местах. Само переключение выглядит, вот если нарисовать state-диаграмму с переходами между различными процессами, следующим образом. Main создает при помощи async корутину, корутина создается, но не исполняется. Вызывается seed. Seed отдает корутине управление, она работает, она делает seed, и поскольку отдать управление больше некому, она отдает его main-у. Main еще раз вызывает async, например, создает другую корутину, вызывает seed, управление отдается, ну, например, ей. Тут не обязательно определен порядок, он может быть одним, он может быть другим, то есть отдать управление можно любой готовой корутине. То есть та работает, отдает управление еще. Таким образом, мы можем при помощи seed спокойно переключаться между этими корутинами и делать параллельное исполнение. Поскольку мы начинаем говорить про некоторое параллельное исполнение, нам все-таки могут иногда понадобиться примитивы синхронизации, какие-то счетчики, еще что-то. Один из простейших примитивов — это семафор. Семафор имитирует семафор. То есть если он поднят, можно продолжать движение. Если он опущен, продолжать движение нельзя до тех пор, пока он не будет поднят.
Причем в данной реализации семафор позволяет, то есть в него еще встроен счетчик, как в Кондвар. То есть вы можете, скажем так, поднять семафор дважды, его после этого можно будет дважды опустить. Как работает эта программа? Она создает семафор в изначально опущенном состоянии. Счетчик в нуле, то есть он в дауне. Мы создаем корутину, внутри которой используем этот семафор. А дальше пытаемся семафор опустить. Нельзя опустить уже опущенный семафор, поэтому основная корутина блокируется. Она блокируется до тех пор, пока что-то не произойдет, пока семафор не изменит своего состояния. Блокировка на таких вещах вызывает отдачу управления другим корутинам в программе. Другая корутина у нас всего одна — async. В ней выполняется код. Этот код поднимает семафор. Она доходит до своего конца, отдает управление чему-то другому, а чего-то другое — это main. То есть результат вывода этой программы будет такой. Сначала попытка заблокироваться, отдача управления, там разблокировка, и после этого семдаун спокойно отпускается и проходит. То есть здесь можно up и down рассматривать точно так же, как и в случае кондваров. Down — это минус 1, up — это плюс 1, и если сейчас значение 0, то пройти дальше этого семафора нельзя, пока кто-нибудь не сделает up. Все просто. Да. Если мы несколько раз подряд делаем down, вы говорите, там счетчик стоит, соответственно, нам столько же раз надо сделать up, прежде чем все продолжить. Да. Более того, вы можете заранее создать, например, семафор на предопределенное число. Вот, например, я бы здесь сделал семафор new 3. Это бы означало, что три разных корутины могут сказать down и продолжить работу. После этого некоторая четвертая корутина, которая попытается что-то выполниться, заблокируется до тех пор, пока кто-нибудь другой не скажет up на семафоре. Помните параллельность исполнения? Когда мы либо просто делали все параллельно, либо делали строго последовательно, либо делали последовательно параллельно, когда мы начинали три действия, а потом, когда одно завершалось, мы начинали следующее. Вот это легко делается именно на семафорах. Мы определяем пропускную способность с счетчиком семафоров, начинаем работать с этими корутинами, а когда какая-нибудь заканчивает работу, она говорит up. Да. Можем с отрицательным числом, да? Ну, в принципе, можем, да. Но нам нужно учесть, что кто-то должен их потом поднять. Не, ну если они вот так идут по блоку, там идет, ну, допустим, 7 up, 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 и, соответственно, да. Будет async. Да. Следующий примитив, очень важный примитив, который нужен для взаимодействия между корутинами, это каналы. Каналы вы встретите практически в любой реализации корутин, поскольку они позволяют обеспечить хороший способ передачи сообщений. При работе корутин вы не можете просто так спокойно работать с какими-нибудь глобальными переменными. Поскольку если у вас корутина может усыпать, просыпаться через некоторое время, и пока она спала, кто-то другой мог работать, вам придется так же, как и в случае тредов, смотреть, а не поменял ли кто переменную. При этом, используя каналы, вы можете нормально, консистентно и четко передавать сообщения из одной корутины в другую, нормально их усыпляя на ожидании получения и на отправке. Значит, каналы бывают следующих разновидностей. Бывает канал бесконечной длины. Вот здесь я просто создаю канал, я в него делаю put, и все, что я в него путаю, туда кладется. По умолчанию в него все влезает. Поэтому вывод этой программы будет пустой. Она создаст два асинка, выполнит путы. Ну, кстати, да, программа выходит тогда, когда выходит main. Даже если есть другие корутины, которые можно было бы повыполнять, если main дошел до конца, все, выполняться больше нельзя. Значит, почему здесь ничего не вывелось? Потому что put просто положил что-то в канал. Ему это разрешили, main не заблокировался. Main не заблокировался, выполнил свой цикл, и все. Для того, чтобы что-то поработало, нам нужно после того, как мы положили, добровольно дать управление. В данном случае.
с использованием бесконечного канала. Также мы можем поменять логику. Бесконечные каналы могут быть полезными, но в редких кейсах, поскольку они потребляют память, их нужно контролировать, как-то смотреть. Гораздо более полезным будет канал с ограничением. Рассмотрим классический канал, который будет из себя представлять такую вот маленькую очередь. Канал размером единица. Это значит, что когда вы кладете туда один элемент, кто-то этот элемент должен сразу прочитать. Если никто не читает из этого канала, то вы заблокируетесь в основном этом треде, который кладет данные, до тех пор, пока кто-то не прочитает эти данные. Таким образом, получается следующее. Я делаю put в канал. У нас корутины первая и вторая только созданы, но они еще не выполнялись, они не вызывали get на канале. Main thread видит, что никто из канала не читает, и после вызова put, то есть он туда положил, но на этом пути он заблокировался. Он прекратил свое выполнение до тех пор, пока это сообщение кто-то оттуда не вычитает. Отдается управление какой-либо из корутин, в нашем случае первой. Она вызывает get, get ей возвращает одно сообщение. Она его выводит, уходит обратно в get. Get опять блокируется, потому что в канале нет сообщений. Поскольку мы заблокировались, возможно, запустится вторая корутина, тоже попробует сделать get, в ней ничего тоже не будет, и она заблокируется. Управление опять вернется к main. И в этот момент main напишет put1. То есть он положил первое сообщение и его отпустило, то есть ему вернули управление. Ну и дальше у нас отправится точно так же второе сообщение, третье сообщение и так далее. Иногда бывает необходимо накапливать сообщения. То есть каждый раз переключаться на одно сообщение может быть невыгодно. То есть вы кладете одно, у вас отбирают управление, отдают ему его кому-нибудь на обработку. Вам может захотеться сделать так, чтобы сообщения накапливались и обрабатывались по мере возможности. Для этого используется канал с размером больше единицы, но при этом ограниченный сверху. Вы определяете, по сути, размер буфера, который есть в этом канале. Если там есть место, то ваш пут просто не заблокируется. Вы выполните этот пут, продолжите свое исполнение, заблокируетесь или добровольно отдадите управление на чем-то еще, и когда-нибудь, отдав управление кому-то, у вас проснется async и заберет эти сообщения. Если же вы пытаетесь производить данных очень много, то есть у вас непрерывные пут, то у вас отберут управление тогда, когда канал заполнится. То есть в него больше нельзя класть, значит, вас нужно усыпить, потому что вы производите много данных. Это получается хорошая сбалансированная система по производительности, по пропускной способности. Ну и в данном случае мы можем увидеть следующее. Мы делаем put 1, мы делаем put 2. То есть после пута первой и второй записи у нас цикл исполнялся, цикл в основной программе. При этом, когда мы положили третий, мы заблокировались, отдали управление асинку, асинк достал три сообщения, то есть сам пут в канал прошел, и только после этого нам отдали управление в основной цикл. Можно увидеть, что здесь программа дошла до конца и вышла, и потеряла четвертое сообщение в канале. Ну, то есть оно осталось в канале, когда main дошел до конца. То есть происходит это следующим образом. То есть корутина кладет в некоторый канал сообщение, то есть первый элемент кладется, второй элемент кладется, третий элемент кладется, у нас канал становится полным, поскольку у него размер 3. Все эти три записи отдаются тому, кто сейчас висит в ожидании получения данных. То есть когда мы эти данные оттуда забрали, канал опустошается, и мы опять можем в него класть данные. А для того, чтобы обработать остатки очереди перед выходом из программы, мы можем просто добавить один seed. Seed
отдаст управление асинку, асинк пойдет, найдет очередь и достанет из нее все, что там есть. После этого он заблокируется, отдаст управление мейну, и мейн выйдет. В этом случае мы обработаем все, что у нас есть в нашей очереди, в нашем канале. Ну, в самом начале я сказал, что мы рассматривали вариант работы с колбеками, с инивентом, и вот сейчас рассматриваем альтернативную реальность. На самом деле, Кора и инивент можно прекрасно соединять между собой. Есть даже модуль Кора и инивент, который обеспечивает вот некоторый клей для того, чтобы использовать то, что у вас уже есть в инивенте, в Кора. Ну и также есть некоторые вспомогательные функции. Например, есть аналог классического Sleep. Как он устроен, мы сейчас рассмотрим. Пока, то есть, вот вы вызываете Core in Event Sleep. Если бы это был обычный Sleep, а не иневентовый, то произошло бы следующее. У вас бы сначала уснул main thread на 5 секунд, потом бы вы могли отдать управление асинку, асинк бы уснул на 4, то есть суммарно вышло бы 9, например. В данном случае Core in Event Sleep, он имеет встроенный в себя seed. То есть поскольку вы знаете, что вы сейчас усыпите этот тред на 5 секунд, вам нет смысла ждать именно в нем. Вы его как бы усыпляете и отдаете управление другому треду. Другой тоже вызывает sleep и тоже усыпает. И спустя там, 4 секунды просыпается один, заканчивает работу, спустя еще одну секунду просыпается другой. Таким образом, суммарное время исполнения двух тредов у нас составило 5 секунд, дав нам формально вот, параллельное исполнение, которое ну, на самом деле псевдопараллельное. То есть работает это вот приблизительно так. У нас порождается вторая нить исполнения, она в данном случае немножко короче, была бы длиннее, было бы по сути то же самое. Исполняются параллельно и в конце пишется тотал по максимальному. Как это работает? Для склейки между коровским интерфейсом синхронным и интерфейсом асинхронным event loop с callback'ами существует специальная Cora API. Есть две функции: RoseCB и RoseWait. Rose переводится как «будить», то есть это такие будильники. Callback, Rose Callback, это то, что можно отдать куда-нибудь. Оно привязано к текущей корутине. И когда вызвать этот callback с какими-то параметрами, эти параметры будут переданы в функцию RoseWait, и функция RoseWait их вернет. Таким образом, вы можете взять RoseCB и отдать его куда-нибудь, где нужны callback'и. А когда кто-нибудь вызовет этот callback, функция RoseWait возвратит свое значение. Чтобы объяснить это более понятно, покажу на примере. Возьмем в качестве примера функции там, готовую, существующую inEventHttp. Вы ее знаете, вы ею пользовались, функция inEventHttp принимает callback. В качестве результата она возвращает тело и заголовки. То есть мы пишем HTTP request. Вместо callback мы отдаем RoseCB. В этом же асинке мы пишем RoseWait. RoseWait блокирует выполнение данного асинка до тех пор, пока не будет вызван RoseCB. А когда будет вызван RoseCB, его результаты будут отданы в RoseWait, и RoseWait вернется. Таким образом, вы усыпляете async до тех пор, пока кто-то не вызовет callback. В данном случае вы получаете линейное исполнение. С точки зрения вот, функции потребителя, у вас HTTP request выполнился асинхронно, то есть вы его вызвали, он вызвался. И выполнил у себя там внутри return, запомнив где-то callback. Потом следующим действием вы вызвали RoseWait, он заблокировался. Он заблокировался, поскольку он заблокировался, вы отдали управление событийному циклу. Событийный цикл поработал, у вас отработал весь асинхронный, неивентовый HTTP request.
закончил работу, вызвал callback, в callback отпустил Rose Wait и вернулся. За счет возврата у вас идет переключение вот этого контекста, отдается управление async, и async получает свои результаты. То есть вы это выписали, получается, через синхронный вызов. Он выглядит как синхронный, но работает внутри асинхронно. Для того, чтобы получать результаты из корутин, существует еще специальное там, свойство, возможность выполнять join. Значит, join, так же, как и в случае тредов, позволяет дождаться завершения корутины. То, что вы, то есть, когда вы пишете async, вы можете у этого async что-нибудь вызвать. В данном случае я создаю три async. Внутри каждого async я вызываю некоторую функцию fetch, которая использует HTTP request и rows. То есть здесь я создаю три параллельные штуки. For исполняется, то есть создавая async, на них вызывается join. Они начинают исполняться. И в данном случае они запустятся все, вызовется join на первой и будет ожидаться, пока закончится первая. Если первая будет работать дольше всех, то к моменту, когда она вернется, на второй и третий join вызовется уже просто сразу, скажет «да, окей, они вернули свой результат». Если первая будет более быстрая, то мы перейдем ко второй, заблочимся на второй, там на третий. То есть здесь важный момент, что join в нашем случае блокируется до тех пор, пока async не завершит свою работу, позволяя параллельно исполнять то, что сейчас исполняется. Join можно не просто вызывать для ожидания результата, join можно вызывать для получения того, что вернула корутина. В данном случае, то есть если здесь я непосредственно печатал то, что вернула функция, результатом join не пользовался, то здесь я, скажем так, прямо сказал return из async и сделал здесь say от join и получил результат. То есть то, что ретурнится из async, возвращается в join. Ну, кстати, очень похоже на то, как делается cvsend и cvreceive. Есть еще одна специальная функция, она называется terminate. Terminate позволяет сделать возврат из текущего async, даже если вы находитесь не в самом async, а где-то дальше. То есть первое тело async — это функция, поэтому return из нее спокойно перехватывается. Но как быть, если вы находитесь где-то глубже, вы вызвали какую-то еще функцию, и вам нужно сказать, так, все, текущий тред должен завершить исполнение и вернуть результат. Вы можете использовать terminate. Рассмотрим вот этот пример. В первом случае у нас исполняется, скажем так, success case. Мы выполняем HTTP-запрос, он нам возвращает 200, мы его возвращаем из функции, и async продолжает исполнение. Во втором случае, ну, допустим, испортим хост, у нас HTTP-request вернет 595, мы не попадем в success case, мы вызовем terminate. В этом случае возврата в async обратно не будет, то есть функция process result ничего не вернет. Мы сразу уже уйдем в join этого асинка. Ну и напоследок еще одна штука, которая есть, которая может быть полезна, это функции-генераторы. В каких-то языках, вот типа питона я упоминал, они встроены в язык. Здесь, поскольку у нас есть возможность так переключаться, их можно себе сделать. То есть генератор — это функция с каким-либо телом, конечным или бесконечным, из которого можно сделать вызов yield. Yield делает return из функции, но впоследствии вы можете вернуться обратно, сохранив весь контекст, который там был. То есть вы генерите функцию, в данном случае это вообще бесконечный цикл, и каждый раз, когда вы ее вызываете, вы получаете контекст этого цикла. То есть во время yield она берет результат,
возвращает его и запоминает полностью все, что было в этой функции. Это может пригодиться в каких-то случаях при реализации разных задач. Давайте подытожим, что есть в Кора. Значит, есть async. Он просто создает новую корутину. Есть seed. Seed выполняет следующее. Seed берет текущую корутину, берет очередь исполнения. Да, поскольку у нас корутин много, у нас есть очередь исполнения. То есть, когда мы создаем корутину, мы ее помещаем в очередь на исполнение. Когда мы говорим seed, мы берем текущую корутину, помещаем ее в очередь исполнения и вызываем schedule. Schedule — это вот наш планировщик, который, когда выполняется, идет и ищет, а кого бы выполнить следующим. Если у нас есть очередь на исполнение, он берет оттуда первый элемент и выполняет. Если очередь исполнения вдруг пустая, ну вот это был последняя корутина, он может вызвать Cora Idle. Если Cora Idle нет, то все, у вас больше исполнять нечего. Есть еще специальные системные вызовы Cora Ready, то есть вы можете пометить корутину как, например, не готовую к исполнению. Она у вас есть, но вы говорите, что она не готова. То есть в Ready передается параметр. Есть Cora Join, при помощи которого вы можете дождаться завершения, ну и Terminate, который позволяет досрочно прекратить исполнение корутины. Ну и вот на самом деле seed, если бы реализовывали вы его самостоятельно, если бы у вас вдруг его не было, это следующее, это вызов ready на текущей корутине и вызов schedule. Из недостатков Cora в сравнении с AnyEvent и колбеками можно отметить следующую штуку. В Cora возможен дедлок. Поскольку вы берете некоторый код и усыпляете его, при этом он хранит какое-то состояние, переменные, те самые там, блокировки, семафоры и прочее, вы можете создать, например, два взаимных семафора. То есть в одном осинке его одним образом потушить, в другом осинке другой потушить и перекрестно их ожидать. У вас получится, уснет первый в ожидании того, уснет второй в ожидании первого. Все, как бы эта программа никогда не завершит свое исполнение. Невозможность завершения исполнения в ситуации кооперативной многозадачности вычисляется довольно просто. Если в случае тредов может быть непонятно, то в случае кооперативной все просто. У вас очередь пустая. В этот момент случается как раз дедлок. То есть у вас есть осинки, но никакой из них сейчас не может быть выполнен. А если никакой не может быть выполнен, то не произойдет ничего для того, чтобы они отпустились. В этом случае оно детектируется. Вам выводится сообщение, что у вас задетектирован дедлок, и, в общем, разбирайтесь, как такое получилось. Ну и сымитировать самый простой дедлок можно следующим способом. Вы создаете корутину, а внутри нее с некоторой вероятностью говорите, что она стала ready. То есть, если корутина не стала ready, то есть в основной мы вызвали schedule, у вас получается существование не ready корутины и невозможность выполнить кого-то еще. Все, вы получили дедлок. Ну и итог. Давайте подведем. В прошлый раз я приводил табличку от AnyEvent, теперь давайте сравним два этих подхода. AnyEvent. В AnyEvent нет стека. У вас нет контекста исполнения. Если вам нужен какой-либо контекст, вы создаете себе переменные, объекты, классы, таскаете их с собой либо через замыкание, либо через аргументы, но так или иначе у вас контекст нужно носить руками. В случае Cora у вас есть стек. Вы можете просто свое состояние видеть на стеке. То есть вы создали async, внутри этого async у вас есть какие-то переменные, эти переменные относятся только к этому async, для другого async они будут другие. Это все хорошо и удобно. При этом написание линейного кода в AnyEvent, то есть линейного, я имею в виду последовательных каких-то действий, оно довольно некрасивое и неудобное, поскольку
дает вам такую лесенку, но существуют методы оптимизации этих лесенок при помощи каких-то модулей, то есть тот же async chain. В Core линейный код просто прекрасен, он выглядит как обычный синхронный код. При этом, если вы не ивенте, параллельный код очень легко пишется. То есть вы просто там запустили n функций, отдали им callback'и, и все, у вас пошла параллельность. То в случае Core писать параллельный код, который вот будет работать так же, как там, не так удобно. То есть вам нужно для исполнения параллельности создавать разные осинки, вам нужно поднимать обязательно какие-нибудь семафоры, либо явно, либо вручную выполнять эти счетчики, выполнять join для того, чтобы эту параллельность свести к одному какому-то потоку. То есть писать истинно параллельный код в рамках одной какой-то задачи неудобно. Там удобно делать параллельную обработку независимых задач. То есть, например, если сделать HTTP-сервер, в котором на каждый входящий запрос будет создаваться корутина, и в рамках этой корутины будет обработка выполняться последовательно, это будет работать хорошо. То есть разные запросы вы обрабатываете параллельно, но при этом в рамках одного запроса все строго последовательно. Теперь еще из минусов Core. Поскольку у нас есть много корутин, и у каждой корутины есть свой стек исполнения, который запоминается. То есть при переключении мы должны сохранить стек предыдущей корутины. Этот стек ограничен. Если в обычном перле у вас есть огромный стек на всю программу, один, то здесь у вас должен быть отдельный стек на каждую корутину. Стек этот составляет, его можно... Его можно отрегулировать, но по умолчанию он составляет 8 килобайт. Существуют некоторые функции, которые используют непосредственно стек. Поэтому в особенно ранних версиях Core можно было даже добиться падения программы из-за исчерпания стека одной ниточки. Ну и в случае ини-эвента у вас невозможен дедлок, поскольку вы нигде не усыпаете в вашей программе с блокировкой ресурсов. То есть вы что-то делаете, вы вызываете функцию какую-то, либо вы ретурнитесь из функции, оставляя callback. Ну а в Core, как я уже показал, дедлок возможен. Но при этом это удобный инструмент, мы у себя им тоже пользуемся. В случае более таких простых задач, когда не нужна там высокая параллельность, когда нужна бизнес-логика, Core очень удобен. Засим, первая часть сегодняшней лекции. Все, давайте перерыв. И будет вторая часть про XS.